В моей жизни раньше периодически появлялись парни. Парни, которые очень любили баловаться психоактивными веществами, особенно наркотиками, например, там, амфетамин, колес. Это более интересные люди за счет своего мышления, за счет того, как они смотрят на жизнь. Да и, в принципе, почти каждый зависимый человек, он очень многих может просто привлечь тем, что у него очень высокая харизма. Благодаря такому человеку однажды я тоже решила поинтересоваться, что же такое наркотики на пробе. И также благодаря такому случаю, благодаря таким людям, я впала в очень сильную алкогольную яму, в которой я находилась чуть ли не годами. Периодически такие люди приходили в мою жизнь на определенный период, и появлялись проблемы, появлялись много проблем с семьей, с законом, со школой. Однажды, находясь уже в отношениях с таким человеком, я настолько забылась в принципе, вот в этом интересном ощущении того, что происходит, что как-то незаметно у меня прогнили руки 2 месяца. Шрамы очень неприятно выглядят. В принципе, от этого всего очень много последствий, с которыми я борюсь и по сей день. Находиться в созависимых отношениях — это почти постоянный страх. Ведь у зависимого человека ломки на наркотики, на другие вещества, а тебе просто страшно, с учетом того, что твое моральное состояние также убили вещества, которые ты употребляешь вместе со своим любимым человеком. Благодаря этому страху и тому, что мне надоела вечная деградация, мною принялось решение все-таки уйти от этого всего. Я очень долго отходила от этих людей, очень долго пыталась забыть их и так далее. Потребовалось больше года, чтобы просто успокоиться и перестать думать об этом. Очень много времени понадобилось, чтобы восстановить свое ментальное состояние до нормы. Но, слава сущему, я решила не оставаться там. Мне удалось выбраться из всего этого, избавиться от проблем, стать, так сказать, в норме человека. А на самом деле, просто избавившись от этого, я почувствовала себя счастливой. Я почувствовала себя человеком, а не отбросом общества, которое прожигает свою жизнь. Хотя даже, по сути, это была не моя вина.